Начало 15 века. 410 год. Тевтонский орден, подстрекаемый католическим Римом, уже долгие годы проводит агрессивную политику по отношению к славянам и народам Прибалтики. Чтобы противостоять ордену, Великое княжество Литовское вступает в союз с Польским королевством. После пограничных столкновений союзники решили объединить силы и ударить по столице ордена Мариенбургу. Князь литовский Витовт вступил в Мазовию и от реки Нарев двигался к Червинску для встречи с польскими союзниками. Войско польское под командованием короля Владислава II Ягела направилось из Вальборжа через Сахачев также к Червинску. Узнав о выступлении литовцев и поляков, великий магистр Тевтонского ордена Ульрих фон Юнгинген с войском выступил к селению Таненберг, чтобы закрыть противнику дорогу. We'll be right back.
Thank you.
Christus gestanden von dir.